Научиться готовить вкуснейший завтрак, послушать квалифицированных врачей или узнать, где в городе поймать бесплатный Wi-Fi. Об этом и многом другом ежедневно первоуральцам рассказывают ведущие утреннего шоу «Апельсин». О том, как создается новая программа нашей телекомпании, расскажет Виталий Мотин. Внимание! Эфир! Привет, Первоуральск! В эфире утреннее шоу «Апельсин». Настроение улучшается с каждой минутой, ведь мы все ближе к выходным. Так Ксения Вдовина и Данила Шестаков начинают самое позитивное и бодрое шоу на нашей телекомпании. Ведущие, монтажеры, операторы и режиссеры работают над тем, чтобы утро каждого первоуральца стало лучше. Как говорит Ксения, чтобы зарядить зрителей положительными эмоциями на весь день, такую же атмосферу необходимо создать и на съемочной площадке. Мы переодеваемся, наводим красоту, заряжаемся позитивом, может, травим какие-нибудь шутки, обсуждаем то, что мы будем обсуждать в эфире. И, собственно, уже на такой вот волне своей позитивной мы начинаем вести наше утреннее шоу и делиться вот этой бодростью с нашими телезрителями. Утреннее шоу «Апельсин» стартовало в Первоуральске в этом месяце. Ежедневно с понедельника по пятницу с 7 до 9 часов утра Ксения Вдовина и Данила Шестаков в стиле экранов помогают первоуральцам проснуться, собраться на работу или учебу и зарядиться позитивным настроением на весь день. Для самых юных зрителей в программе мультики, для тех, кто постарше, зарядка, гороскоп, кулинарные рецепты от первоуральцев, а также лайфхаки и беседы с интересными горожанами. Наша главная задача была не быть похожими на однотипные утренние программы, которые вещаются в эфире региональных или федеральных СМИ. Мы искали свою локальную идентичность, поэтому у нас больше о Первоуральске и его жителях, больше наших видов, больше наших профессионалов, экспертов. Ежедневно в эфир выходят самые разнообразные рубрики про технику, моду, красоту и здоровье. Их для вас создают корреспонденты. Вот, например, Дарья Шумович изучает различные техники вокала от профессионального преподавателя. Или вот, узнает у первоуральцев, какими качествами должен обладать настоящий мужчина. В общем, как говорится, темы на любой вкус и цвет. Снимали сюжет о том, как поменять колесо, которое спустило. Главным героем была хрупкая девушка, на фоне нее стоял взрослый дядя, который объяснял ей, как это все делать, причем меняла все она сама, а позади стояло здание, на котором было написано «Шиномонтаж». Наверное, со стороны выглядело очень забавно. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, вы заготовки на зиму делаете? А мне один ответил, что да, они семки маринуют. Вот так иногда начинается утро Татьяны Иловских. А вот здесь она уже проверяет лайфхак, как не плакать при нарезке лука. Затем отправляется на поиски бесплатного Wi-Fi в городе. И хоть чаще в утреннем шоу развлекательной рубрики журналисты не забывают и про важные темы. Татьяна уверена, важно уметь переключаться. Утром, например, мы можем снять какой-то забавный сюжет, где я могу брать интервью даже у голубя. А вечером у меня будет назначена встреча с каким-то врачом, где мы будем обсуждать уже серьезную тему про заболевания, например. Теперь, когда вы знаете, как создается первая в истории Первоуральска утренняя программа, остается лишь включить телевизор в 7 утра и с удовольствием начать свой день вместе с командой шоу «Апельсин». Виталий Мотин, Евгений Шилов, новости Первоуральск.